Новая политика с новым руководством. Сегодня состоялись городская и областная конференции политической партии «Новая политика», на которых переизбрали председателя и членов правления местных организаций партии. Подробности далее. Члены и представители партии «Новая политика», которую поддерживает предприятие «Мотор Сич», собрались сегодня в конференц-зале ДК «Шевченко», чтобы избрать нового главу Запорожской городской организации партии и изменить составы правлений парторганизаций. Не могли не коснуться и темы прошедших выборов. Мы провели 9 человек в городской совет. Мы провели 6 человек в областной совет. Это немного, к сожалению. Но в то же время мы... Я уверен, будем той силой, которая будет уравновешивать ситуацию как в городском совете, так и в областном. Новым председателем городской партийной организации «Новой политики» на ближайшие 3 года стал Виктор Великий. Теперь уже депутат горсовета новой каденции, первый номер в списке партии. «Новая политика» уже заняла свое место в политической жизни города, на нашем политическом ландшафте. Уходить она никуда не будет, она будет усиливать свое присутствие. Мы будем строить партию, мы будем выстраивать свою работу в городском и областных советах, таким образом, чтобы в первую очередь доверие этих людей оправдать, чтобы те задачи, которые нам ставились во время предвыборной кампании, были реализованы, чтобы жизнь в нашем городе стала лучше». В планах у политической силы создание парт-ячеек в каждом районе города, что позволит наладить коммуникацию и решать насущные проблемы запорожцев.